третьей серии сериала «Разбитое зеркало» Лена, сестра пропавшего Олега, а ныне невестка и ближайшая подруга Даши, узнает о письме Олега и о найденной улике. Известие о том, что брат может быть жив, повергает ее в ужас. Мирон Пашков тоже узнает о письме. Он боится, что неуравновешенная Лена начнет болтать о том, что они совершили 20 лет назад. Поверив слухи о том, что Даша и Павел – любовники, Мирон, в пылу ревности, теряет над собой контроль. Посмотреть очередную серию вы сможете 19 мая.